все мы являемся все равно связаны с Академией Единой, просто у нас троицкие ребята, против нас играли московские, все они, в общем, одно целое. Но поскольку наши ребята просто еще играют большой футбол, поэтому, скорее всего, сказалось, наверное, физическое состояние. То есть мы во втором тайме, поддерживая темп, который в первом завинтили, выдержали, а ребята чуть-чуть, наши соперники, нет. И за счет вот этих физического преимущества мы, скорее всего, наверное, и выиграли. Какой-то эпизод или момент матча запомнился вам больше всего? Какой-то из голов, например, можете отметить для себя по красоте, по важности? Ну, тут первый гол, как всегда, он такой в памяти, потому что он первый на турнире, первый в таких наших очных встречах. Поэтому первый очень приятно. Ну а дальше по мере такой игры, то есть все приятные, конечно, что все отличились, каждый реализовался. Очень много, конечно, моментов мы не реализовали, там 2-3 пустые ворота не попали. Поэтому, ну, над этим будем работать. Я думаю, завтра, конечно, хотелось бы в таком же темпе, в таком стиле тоже провести финал достойно.